159 серия Мурманск Магадан. В этой серии будет пройдено 77 километров. То есть вы считали движение на восток. 11:42 в один комментарий к 155 серии. 155 и 156 серии. Критика Вадима вполне справедлива, что состояние дорожного полотна местами требует ремонта, более внимательного отношения Росавтодора к этому и инфраструктура. Тут получается какой-то замкнутый круг. Интенсивность движения, сами можете наблюдать, очень низкая. Соответственно, частный сектор вкладываться в инфраструктуру. Кстати, этот момент ДТП, я тоже разместил. Я думаю, не будет, потому что это сколько нужно времени, чтобы все это окупилось, чтобы все это начало приносить прибыль. Тут единственное, кем может выступить, вернее, тут государство должно вложить средства для организации инфраструктуры, тогда и автотуристы, и автопутешественники, видя, что ситуация с мотелями, с кафе, с заправками не имеет проблем, поедут на своих автомобилях. Ну а пока что, наверное, будем ждать, когда ситуация изменится. Без государства здесь не обойтись. Так, комментарий Елена Ишенина. Серия 19, Москва-Мурманск, трасса Р-21. Елена, у меня такое впечатление, что вы, наверное, пешком или на велосипеде за нами едете. Мы уже четвертую часть маршрута прошли, а вы еще ДТП случилось или зимой? В Карелии находитесь. Это шутка, конечно. За полгода до этого я проезжал. По существу скажу следующее. Что слишком много критиканов, которые считают необходимым высказать свое мнение о дорогах в России. Я их называю диванные аналитики, которые, надергав какие-то фотографии или еще что-то из интернета, начинают размышлять и авторитетно заявлять о состоянии дорог России. Не так давно, наверное, меньше года назад, у меня был такой вот диспут с одним из представителей этой диванной гвардии. Он представился, что является членом РГО, это Российское географическое общество, кстати, очень уважаемое мной. Так вот, он представил фотографию джипа, заляпанного грязью, что он находится на участке между Братском и Якутском. Ну, там идет строительство дороги. И назвал дороги в России направлениями, а не дорогами. Ну, он вызвал у меня, естественно, волну. Справедливую волну. Недовольство его мнением о дороге. Я попросил его предложить видео, чтобы можно было не со слов и с каких-то отдельных фотографий делать выводы, а посмотреть видео и какие-то сделать заключения. На что он ответил, что у него видеокамеры не было, видеорегистратора не было, что он снимался на смартфон. Ну, извините, доверие таким специалистам, аналитикам у меня нет. Я, например, могу
в качестве аргумента привести те видео, которые у меня есть, по тем трассам, по тем дорогам, по которым я проехал. У оппонента ничего такого не было, только слова и только какие-то непонятные фразы, выражения. Так что работа Росавтодора ведется немалая. Большая, скажем так, работа. Я не являюсь адвокатом Росавтодора. Вот начнутся участки А360 и А504. Ну, там я выскажу свое мнение, что думаю о Росавтодоре. Я думаю, мало ли не покажется. Не только по этой трассе, и по трассе Амур. Ближе к Хазаровску тоже будет немало, в кавычках, местных комментариев, кроме Росавтодора. Так что, Елена, давайте ускорим свое движение, потому что через несколько серий начнется то, я не побоюсь того, ради чего я и отправился в этот маршрут. Начнется А360, а за ней Р540. Догоняйте. Более секунды ничего не видно. Здесь, наверное, весь мокрый. Кто-то еще идет на обгон, ребята. Посмотрим, в каком состоянии дорога во время дождя.
вода вкрапливается на проезжей части. Там есть слезы. Ну еще будет третья волна. Местами есть лужи, дальновой поднял, вода скапливается в колее. Вот один из моментов, когда чем опасна колея. Федеральная трасса Амур, или как она называется по новой классификации, я не знаю. Так, ну все, небо проясняется, видно облака на горизонте. Это велосипедист, наверное, совершает забег какой-то. Лужи скапливаются на дороге. Ну, это вина дорожника. Вода не должна задерживаться, должна стекать на обочину. И там по дренажным каналам возродилась сильным ливнем. Так, стоп, куда гонишь-то?
таком гидроударе может оторвать все что угодно. И подкрылки, и брызговики. Радио даже не рискую включать, бесполезно. Сейчас попробую. Весь диапазон пробежал. Пробежала автонастройка. Сигнала нет.
строится еще одна стояночка. Лужи, которые вот после дождя скапливаются, большие лужи, они не только опасны в целях движения, то, что может оторваться что-то от автомобиля, но сильный акваудар, но и то, что вода может через защиту даже, то есть попасть на элементы двигателя. Так, 10 часов в Москве, 16. Местное время 16, это 4 часа дня, и еще 3 часа, 7 вечера, что ли. Так-то да, должен въебать он твой мокренький пошел. 7 часов вечера у Ерофея Павловича. Я прикидываю расстояние, мне нужно искать 16 часов местного времени, это 4 часа дня плюс 3 часа пути. Если небо ясное, то еще светло, а если пасмурно,
Но уже будет совсем темно. Что это такое? Кто-то едет, что ли? Или знак на дороге стоит? А, автомобиль впереди, е-мое. Такое впечатление сложилось, что... на 100% мегафон. Увлекся дорогой впереди и не проконтролировал обстановку сзади. Так, ну это много, вот такая скорость максимум. Полотно сухое. Что, точка, еще готовишь сюрпризы, нет?
горки для запуска техники тракторов, другой моторной техники, у которой проблемы с аккумулятором. Зимой можно часто наблюдать, как на верху этой горки стоит какой-нибудь трактор. Сдается мне, что это заправка, и сегодня заправился вот. Это то место, где не было бензина, и я так вот. Thank you.
задели тучи. Полотно слегка влажное, как мне кажется. Сказали вот с правой стороны по нашему ходу, по ходу движения, кто-то работал там, какой-то автомобиль был, то сил, то еще кто-то. Он пошел к ним спрашивать. Много людей в то время попали вот под такую раздачу. Уже подъезжая к Чернышевску, видел, тоже это есть видео на этом, у меня на ютубе, называется «Свадьба пела и толкала», когда жених с невестой и там свидетели толкали автомобиль до заправки. Павловича 210 километров показывает навигатор. Ну, при скорости 70 километров это 3 часа. Сколько показывает? Меньше даже. 2 часа 41 минута. Если не обманывает навигатор. Ну согласитесь, не было вот этих вот технических новинок, типа навигатор, смартфон, все такое, то двигаться, особо уже едем, ни к чему не может взгляд привязаться, что-то запомнить.
монотонное движение вперед. Я не беру тот факт, что очень красиво. И слева по ходу, и справа по ходу. Все очень красиво. Природой можно любоваться часами, если картинка меняется постоянно. Так же, как и на воду смотреть, и на пламя. Все-таки меня интересует этот вопрос. Вот поворот на Могучу будет. А вот на перекрестке, там справа по ходу была такая стоянка, необорудованная, необухоженная. Вот. Что там стало? Очень любопытно. Фуру догоняет. Чего ж ты по встречной летишь, дружище? Тебе же увидели, уступили место. Это, наверное, для дорожных строителей вода. У них же водопровода нет. Это вода привозная. Погнал, ну чё ж ты тормозишь-то? А, он водовоз завезёт. Что без воды ни туды и ни сюды. Или он просто использовал инерцию спуска, чтобы максимально подняться. Закладывает. Так, 20 километров это возможно. Да нет, рано еще до Могучи.
заехал отдохнуть. Не рассмотрел марку. Он был без номеров. Но дороги сухое. По рекомендуемой скорости 75. Сигнал 100% мегафона. Не нажимаю, по инерции идет. Дорогу пробили в горах. Сколько сил, сколько труда вложено. Если не лень будет посмотреть этот Владивосток Москва, одно из первых моих видео, чтобы посмотреть, как было, как стало.
конечно, видео не полностью строительство трассы, потому что часть трассы уже была, часть дороги была готова, но шло капитальное строительство. Очень красивые горы слева. Красные. Впереди камера на 70. Притормозим. Так, что это такое? Могучая. Вот. Посмотрим теперь, какая тут стоянка. Стоянка есть, заправки нет. Поворот на Могучую. Могучую называю столицей лежачих полицейских. Могучая. Так, ну что у нас впереди? Ерофей Палыч. Сколько до него? Семиозерный 48. После Семиозерного будет, наверное. Наверное, ту ситуацию, которая была со мной. Значит, вот там, где я заправился, вот там, в тот момент, не было бензина. И дедулька направил меня, кто он, или охранник был, или кассир, не знаю, направил меня Семиозерный. Или, говорит, заезжаем в Могучую. Могучий говорит, не знаю, есть бензин или нету. Но в Семиозерном 100% гарантия. Ну, значит, я еду. Это я. Тут 190. Вот 600-е начинается, 600-е, 670, по-моему, 6 или 79. Повторю, что время было ночью, уже темно во всем, дорога ледяная, в смысле, этот...